Всем привет! Продолжаем играть в Fallout, и я продолжаю зачитывать книгу «Совершенный код» Стива МакКоннелла. Кто не купил, бегом бегите, скачите и покупайте эту книгу. Ну, а сегодня, в прошлый раз мы закончили предыдущие темы, которые касались высококачественных методов. Ну и сегодня начинается новый раздел, точнее новая глава, которая называется «Защитное программирование», в которой вы узнаете о защите программы от неправильных входных данных, о способах обработки ошибок, исключениях, там, изоляции повреждений и так далее. Короче, вот так вот. Ну, а для начала надо бы загрузиться. И вы знаете, что я там делал. Так, я загрузился. Сейчас статус. Дыра. Так, о, сколько квестов я уже выполнил. Отмести, смейте. Да, кстати, в прошлый раз я чуть-чуть в другом месте был сохранен. Ну, заканчивал игру. Я пробежался еще по... Опа. Поэтому поселению пришел к мамаше, поговорил с ней, она говорит, отнеси обед Смитти. Ну, Смитти это тот товарищ, тот механик. Я ему сейчас его отнесу. Хотелось бы просто еще пока не идти в новую локацию, а хотелось бы здесь еще поделать квесты. Поделать квесты и как-то все-таки освободить этого Вика. Ну и там еще рабов, по-моему, можно освободить, за них тоже опыт дадут. Короче, сейчас я сбегаю, этот обед ему отнесу, потому что парень-то голодный. Парень голодный, и его надо покормить. Так. Мамаша просила отнести тебе обед. Так, 150 очков опыта и 10 единиц кармы. Нормально. Так. Теперь спросить у него про машину. Да, все равно, ну, короче, две штуки надо. Это две штуки ему, штуку за Вика надо заплатить. В общем, еще тут немало трат будет. Но я думаю, как-нибудь... Так, разберемся. Так, сейчас я чуть-чуть настроюсь, а то... А то. Так, сейчас сохранимся. Можно ли у него в шкафу полазить? Можно. Он не ругается. О, что это такое? Орешки, инструменты. О, инструменты. Кстати, инструменты, что они, по-моему, дают какой-то бонус к ремонту, то надо будет в яму сбегать и попробовать отремонтировать. И вот машина, и у нее есть багажник, кстати. Тут можно немало вещей перевозить. Поэтому я хочу все-таки эту машину получить. Так, как у меня с кармой? Принимает в дыре. Еще все принимает. Еще. Так, ладно, сейчас я гляну, что еще тут по квесту. Забрать книгу, выплатить долг за Вика, достать автомобильную запчасть для Смитти. Блин. Наверное, сбегаю я в ту дыру. Ну, потому что здесь вот реально... А, короче, я пока тут почитаю книгу, да? Постою, пожду. Вот это, пока этот охранник
пойдет к столу, потому что в прошлый раз он сходил. По идее, надо просто ждать. В прошлый раз я не дождался. Вот я вспомнил, да? Я закончил запись на том, что я стоял тут, ждал, пока охранник отойдет. Хотелось бы взломать эту дверь. Но при нем, ну, она не ломается. Давайте я, наверное, может быть, до утра посплю. Во. Ну и сейчас продолжим. Так. Итак, защитное программирование. Защитное программирование не означает защиту вашего кода. Словами, это так работает. Его идея совпадает с идеей внимательного вождения, при котором вы готовы к любым выходкам других водителей. Вы не пострадаете, даже если они совершат что-то опасное. Вы берете на себя ответственность за собственную защиту и в тех случаях, когда виноват другой водитель. В защитном программировании главная идея в том, что если методу передаются некорректные данные, то его работа не нарушится, даже если эти данные испорчены по вине другой программы. Обобщая, можно сказать, что в программах всегда будут проблемы, программы будут модифицироваться, и разумный программист будет учитывать это при разработке кода. Дальше вы познакомитесь, как защититься от беспощадного мира неверных данных, событий, которые никогда не могут случиться, и других программистских ошибок. Ну, если вы опытный программист, то вы это все, конечно же, можете пропустить. Потому что, в принципе, вы и так должны знать. Итак, защита программы от неправильных входных данных. Вы, возможно, слышали выражение «мусор на входе, мусор на выходе». Этот вариант предостережения потребителю от разработчика программного обеспечения, чтобы пользователь остерегался. Для промышленного программного обеспечения принцип «мусор на входе и мусор на выходе» не слишком подходит. Хорошая программа никогда не выдает мусор, независимо от того, что у нее было на входе. Вместо этого она использует принципы «мусор на входе, ничего на выходе». «Мусор на входе, сообщение об ошибке на выходе» или «мусор на входе не допускается». По сегодняшним стандартам, мусор на входе и мусор на выходе – признак небрежного и небезопасного кода. Существует три основных способа обработки входных мусорных данных, о которых вы узнаете сейчас. Первый способ. Проверяйте все данные из внешних источников. Получив данные из файла от пользователя, из сети или любого другого внешнего интерфейса, удостоверьтесь, что все значения попадают в допустимый интервал. Проверьте, что числовые данные имеют разрешенные значения, а строки достаточно коротки, чтобы их можно было обработать. Если строка должна содержать определенный набор значений, проконтролируйте, что это значение допустимо в данном случае. Если же нет, отклоните его. Если вы работаете над приложением, требующим соблюдения безопасности, будьте особенно осмотрительны с данными, которые могут атаковать вашу систему. Попытками переполнения буфера, внедренными SQL-командами, внедренному HTML или XML-коду, переполнением целых чисел и так далее и тому подобное. Второй способ. Проверяйте значение всех входных параметров метода. Проверка значений входных параметров метода практически то же самое, что и проверка данных из внешнего источника, за исключением того, что данные поступают из другого метода, а не из внешнего интерфейса. И третий способ. Решите, как обрабатывать неправильно входные данные. Что делать, если вы обнаружили неверный параметр?
Об этом чуть позже будем говорить. Защитное программирование – это полезное дополнение к другим способам улучшения качества программ. Лучший способ защитного кодирования – изначально не плодить ошибок. Итеративное проектирование, написание псевдокода и текстов до начала кодирования и низкоуровневая проверка соответствия проекту – это все, что помогает избежать добавления дефектов. Поэтому этим технологиям должен быть дан более высокий приоритет, чем защитному программированию. К счастью, вы можете использовать защитное программирование в сочетании с ними. Так, что-то этот охранник никуда не идет. Не идет. Блин, подождать, давайте еще чуть-чуть подожду. Так, утверждение. Утверждение или assertion – это код, обычно метод или макрос, используемый во время разработки, с помощью которого программа проверяет правильность своего выполнения. Если утверждение истинно, то все работает так, как ожидалось. Если ложно, значит в коде обнаружена ошибка. Например, если система предполагает, что длина файла с информацией о заказчиках никогда не будет превышать 50 тысяч записей, программа могла бы содержать утверждение, что число записей меньше или равно 50 тысяч. Пока это число меньше или равно 50 тысячам, утверждение будет хранить молчание. Но как только записей станет больше 50 тысяч, оно громко провозгласит об ошибке в программе. Утверждения особенно полезны в больших сложных программах, а также в программах, требующих высокой надежности. Они позволяют нам быстрее выявить несоответствия в интерфейсах, ошибки, вкравшиеся при изменении кода и так далее. Обычно утверждение принимает два аргумента. Логическое выражение, описывающее предположение, которое должно быть истинным, и сообщение, выводимое в противном случае. Ну, я думаю, вы видели, ну, в языке C или C++ есть там assert, там макрос или системный вызов, который как бы принимает на вход, ну, логическое там выражение, и, соответственно, если оно... что оно у нас там? Ложное, то там выдается сообщение. Вот. Поэтому совет такой. Используйте ассерты. Так, ладно, что-то он тут никак не идет. Давайте я тогда еще побегаю. Вот, блин. Пошел. Давай, ломай. Открыл. Заходи. О, подвальчик. О. Совсем другое дело. И чё, пусто? Пусто. Дровишки. Самогонный аппарат. Ага. А чё, блин, могли быть... Ничего тут нету. Так, ладно. Мусор какой-то. Реально, ничего нету. И чё? Не, ну если он стоит, значит, для чего-то он тут надо. Ладно. Валим. Нормально. Лох. Ну, охранник. Пошел к этому. Ну, к столу. Я открыл двери. Он такой подошел. Стоит опять у входа.
Я побежал, вышел оттуда, а он стоит дальше. Мог бы хотя бы что-то сказать, типа, эй, ты кто? Стой. Ну, короче, такое, странный он. Так, ладно, ладно, идем, давайте. Я еще, я тут вроде вверху не был, о, смотрите. Вверху я не был. Двери какие-то. О, книженция. Цветок лаванды. О, это, по-моему, этот квест у меня был. О, Ребекке отнести. Нормалек. Так, а Ребекка это, по-моему, та, которая самогончиком варит. А, так у него поэтому и самое дешевое бухло. Интересно, как бы ему сказать. А чё он такой этот? Офигеть. Нормально же общались. А теперь он вообще не хочет общаться. Ладно. Тут смотрю, все открыто. Лом. А тут есть что-то? Ну, это шкаф. Кстати, вот шкаф тоже есть. А ну-ка. О, комп стоит. В косынку. Было бы прикольно, если можно было сыграть. Хотя это какой-то бред. В игре играть в игру. Так, ладно, я книжку нашел. Значит, надо отнести ее Ребекке. Сейчас я и отнесу. Так вот, про ассершены. Так. Вот книжка. Чё у меня с кармой принимают? Ладно, сохранимся. Чё у меня с опытом? Блин, да, ещё 2 170. Ну ладно. Короче, побегу я в ту яму. Попробую починить. Сейчас еще гляну, что с квестами. С квестами в дыре. В дыре получается выплатить долзевика и достать... Ну, рацию-то я достал. Надо теперь баблишко где-то получить, размутить. Так, идем в ядовитые пещеры. Так, ассерты. Используйте утверждение. Ну, как бы ассерты еще хороши тем... Что, как бы, получается, еще сразу же идет и документация. Ну, мы документируем, то есть мы какие-то утверждения там описываем и, соответственно, пишем в коде сообщение об ошибке. Это уже по-своему документирование кода идет, поэтому... Что-то мне тут продать, а продавать нечего. Дрова, нафиг я их взял. Ладно, их в машину положу. Я их положу в машину. Так, что-то не хватает мне. Деньжат. 246. Вот, короче. Самогончик, наверное, заберем. 125. 115. 105. 5. А ну что, на 10 уменьшается? Да. Круто. Ровно, ровно. Копеечка в копеечку. Тютелька в тютельку. Неплохая сделка. Неплохая. Ну, я бы сказал, ну ладно. Так. Используйте утверждение, чтобы документировать допущения, сделанные в коде. И чтобы выявить непредвиденные обстоятельства. Например, утверждение можно применять при проверке таких условий. Значение входного или выходного параметра попадает в ожидаемый интервал.
Да блин. Файл или поток открыт или закрыт, когда метод начинает или заканчивает, ну, начинает или заканчивает выполняться. Не понял. Это что такое? Какая лучевая болезнь? Ёлки-палки. Блин, у меня и сапог-то резиновых нету. Походу, они сгорели. Офиг, блин. И у меня лучевая болезнь же. Надо где-то то ли антирадина купить, потому что это нездоровая ситуация. А как мне тогда пройти? Так, ладно, давайте про серты. Так, где их еще использовать? Ну, примеры. Указатель файла или потока находится в начале или конце, когда метод начинает или заканчивает выполняться. Файл или поток открыт только для чтения, только для записи, или для чтения и для записи. Жесть. Это жесть, ребята. Так, когда значение входной переменной не изменяется в методе, указатель не нулевой. Массив или другой контейнер, передаваемый в метод, может вместить по крайней мере x элементов. Таблица инициализирована для помещения реальных значений. Контейнер пуст или заполнен, когда метод начинает или заканчивается. Результаты работы сложного, хорошо оптимизированного метода совпадают с результатами метода более медленного, но написанного яснее. Но и в других случаях. Так, давайте я сейчас возьму инструменты и попробую отремонтировать. Так, где тут ремонт? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну как это? Я зря бежал сюда или что? Блин. Что-то мне кажется, что надо было сохраниться перед входом. Не подумал. Теперь бежать обратно и опять тратить очки здоровья. Хотя сейчас где-то сохранялся. Я, наверное, вот сейчас с того сохранения и загружусь, потому что что-то я не вижу особого смысла, не получается мне его отремонтировать. Видимо, нужен какой-то более-менее прокачанный навык. Ну, наверное, больше 30. А у меня вон, смотрите, клацаю, ничего не получается. Ладно, загрузим. Побежим тогда. Так, у нее вроде ничего не было, да. Побежим тогда в Кламат, что ли. Так, ладно, идем дальше. Разумеется, это только основы. Ну, основы — это вот эти вот примеры. По поводу, где можно было бы использовать ассерты. Ну, утверждения. Утверждения не предназначены для показа сообщений промышленной версии. Они в основном применяются при разработке и поддержке. Обычно их добавляют при компиляции кода во время разработки и удаляют при компиляции промышленной версии. В период разработки утверждения выявляют противоречивые допущения, непредвиденные условия, некорректные значения, переданные методом и так далее и тому подобное. При компиляции промышленной версии они могут быть удалены и таким образом не повлияют на производительность системы.
Так, сейчас. Ранен, ранен. На тебе. Блин, еще и отравил. Облучение, отравление, весело. Труп. 110 очков. Еще 2000 опыта. Где бы их взять? Неизвестно. Потому что без машины не хочется ехать дальше. А походу придется. Итак, общие принципы использования утверждений. Используйте процедуры обработки ошибок для ожидаемых событий и утверждения для событий, которые происходить не должны. Утверждения проверяют условия событий, которые никогда не должны происходить. Обработчик ошибок проверяет внештатные события, которые могут и не происходить слишком часто, но были предусмотрены писавшим код программистам и должны обрабатываться и в промышленной версии. Обработчик ошибок обычно проверяет некорректные входные данные. Утверждения же проверяют ошибки в программе. Если для обработки аномальных ситуаций служит обработчик ошибок, он позволит программе адекватно отреагировать на ошибку. Если же в случае аномальной ситуации сработало утверждение, для исправления просто отреагировать на ошибку. Но этого мало. Необходимо изменить исходный код программы, перекомпилировать и выпустить новую версию программного обеспечения. Будет правильно рассматривать утверждение как выполняемую документацию. Работать программу с их помощью вы не заставите, но вы можете документировать допущение в коде более активно, чем это делают комментарии языка программирования. Торговать. Сырные орешки. Что-то дрова вообще ничего не стоят. 40. Ага, фиг тебе. Вот это по 10, да? Вот так вот. Так. Блин. Реально тут проблема. А кто это? Это Дантон. Блин. Нормально угадал. Закрыто. Не с кем торговать, а мне где-то деньги, где-то опыт надо взять. Да что ж у вас ничего нету? Да, тут походу тоже ловить нечего. Сейчас я еще сбегаю сюда куда-то. Эй, блин, там ребенок стал. Походу я не могу выйти, да? О, отойди. Как станут ни вы, ни пройти, ни... Ну ладно, сейчас я бегаю еще, побегаю по округе. Может, скорпионов побью, такое. А может сейчас... Не, наверное, я пойду уже в этот. Все-таки обратно в дыру. Там у кого-то, я помню, все-таки этот был. Был. Антирадин. Что-то такое, потому что мне надо вылечиться. У меня этот лучевая болезнь.
И я так прикидываю, что ничего хорошего она не даст. Так, ладно. Старайтесь не помещать выполняемый код в утверждение. Если в утверждении содержится код, возникает возможность удаления этого кода компилятором при отключении утверждений. Допустим. Ну, то есть, что имеется в виду, когда в утверждении, вот там, где ну, передается вот это вот выражение логическое, да, в зависимости от которого assertion, да, будет срабатывать. Так вот, туда можно поместить какую-то функцию. Вот так вот делать не надо. Пусть эта функция, да, что-то проверяет, но проблема в том, что при отключении утверждений компилятор этот код не включит. Соответственно, вы можете что-то потерять. И очень сильно удивиться, когда при отключенной версии, ну, при отключенных утверждениях в той версии программного обеспечения что-то будет работать как-то вот все не так, как ожидалось бы. Используйте утверждения для документирования и проверки предусловий и постусловий. Предусловия и постусловия – это часть подхода к проектированию. Это часть подхода к проектированию и разработке программ, известному как проектирование по контракту. При использовании пред- и постусловий каждый метод или класс заключает контракт с остальной частью программы. Так, блин, нету, ну вот, ладно. Продам. Все, надоело. Надоело. Десерт. Тоже, наверное, продам этот пистолет. Тоже продам. Или патроны вот эти все продам. Блин. Надо мне этот пистолет. Блин. Вот сейчас продам, потом понадобится. Это ж такой закон. И сколько ему тут не хватает? 192. О, угадал. Опять денег мало. Мне надо где-то антирадин. Так, а постусловие, предусловие я сказал, а постусловие – это соглашение, которое метод или класс обещает выполнить при завершении своей работы. Постусловие – это обязательство метода или класса перед кодом, который их использует. Утверждение – удобный инструмент для документирования пред- и постусловий. С этой целью можно использовать и комментарии, но в отличие от них утверждения могут динамически проверять, выполняются ли пред- и постусловия. Так, я попробую убить этого Тайлора. Хотя не антирадина не нашел. А где-то ж был, а я его тогда не купил. Пожалел деньжат. А сейчас получается, он мне надо. Да что ты тут можешь? Я потом от того самого этого избранного, а ты тут какой-то быдло с пустоши. Чё ты там умеешь? О, тяжело ранен, нормально. Это у него патроны закончились, да? В прошлый раз он стрелял, а в этот раз что-то не стреляет. Почему? Может, он забыл?
А может, у него кто-то отжал? Отжал. Ах ты гнида. Зря я сказал, что у него кто-то отжал. Походу, он обиделся. Сейчас начнет шмалять. Да что ты будешь делать? Воу-воу-воу, дружище. Нормально же дрались. Я же без пистолета. Вот тварь. Блин, не, это уже совсем грустно. Да ёлки, как ты уворачиваешь? Ты при смерти. Ты по идее, типа, ель, ну, должен еле стоять. Сдохни, гнида. 120 очков. Получил 5 единиц кармы. О, еще один Desert Eagle. Карма принимает. Блин, блин. И особо у него ничего не было. Ну и тут что-то в коробках, наверное, пусто. Я, скорее всего, вряд ли что-то найду. Ну ладно, сбегаю, поговорю еще с кем-то. Итак, идем дальше. Для дольшей устойчивости кода проверяйте утверждение, а затем все равно обработайте возможные ошибки. Каждая потенциально ошибочная ситуация обычно проверяется или утверждением, или кодом обработчика ошибок, но не тем и другим вместе. Некоторые эксперты утверждают, что необходим только один тип проверки. Но таким экспертом является Скотт Мейерс. Ну, это довольно серьезный эксперт, поэтому сейчас я попробую с ним поторговать. Чурка дубовая, сам ты чурка, ну ты за это, за базар свой ответишь еще. Корень целебный, не. Денег-то мало у него, чурка дубовая еще говорит. Ладно, ладно, мы с тобой еще поговорим. Да не, воевать вообще сейчас не вариант, они меня сейчас убьют. Ладно, сейчас еще пробегусь. Может, этот поговорит все-таки, передумает. Виски. Торговать он, по-моему, тоже не хочет. А не хочет, только у него ничего нету. 45 крышек. Так, это я разрежу. Вот так вот. Да, скорее всего, я сейчас вот тут... А я его продал или что? И чтоб я больше тебя не видел, вот падла. Да, того пистолета нет, я его, походу, продал. Или как так? У меня же был он. Вот что значит это невнимательная игра. И читаешь, и играешь. Так, ладно, идем. Дальше. Так вот. Реальные программы и проекты бывают слишком запутанными, чтобы можно было полагаться на одни лишь утверждения. В больших, долгоживущих системах различные части могут разрабатываться несколькими проектировщиками 5-10 лет и более. Разработка будет производиться в разное время и в разных версиях продукта. Эти проекты будут основаны на разных технологиях и сосредоточены на различных вопросах разработки системы. Проектировщики могут быть удалены друг от друга географически, особенно если элементы системы приобретались у независимых компаний. Программисты будут использовать различные стандарты кодирования в разное время жизни системы. В большой команде разработчиков некоторые неминуемо будут добросовестнее других, поэтому часть кода будет проверяться более тщательно, чем остальная. В любом случае, когда тестовая команда работает
В нескольких географических регионах требование бизнеса приводит к изменению тестового покрытия от версии к версии. Рассчитывать на всестороннее низкоуровневое тестирование системы нельзя. Нельзя. В этих обстоятельствах одна и та же ошибка может быть проверена и с помощью утверждения, и с помощью кода обработки, и обработчиком ошибок. Вот. И с помощью утверждения, и обработчиком ошибок. Во, я вспомнил, у кого я видел у этого. Нет, у него уже нет. Да вы что, издеваетесь? Восемьсот шесть. Это ж падла, шесть этих не уступит. Они тут все такие жмоты. А, я сейчас еще к одному сбегаю. Точно, еще один есть. Так. Так, в исходном коде Microsoft Word условия, которые должны быть истинными, сперва помещаются в утверждение. А затем и в коде обработки ошибок рассматривается ситуация, когда утверждение ложно. В столь сложных и долгоживущих приложениях, как Word, утверждение служит для выявления как можно большего числа ошибок периода разработки. Но поскольку приложение сложное, миллионы строк кода, и прошло через столько изменений, неразумно ожидать обнаружения и исправления всех мыслимых ошибок до начала поставки приложения пользователю. Поэтому ошибки должны обрабатываться и в промышленной версии программы. Да блин! Нету ни у кого. Ту-ту-ту-ту. Ну, походу, мне тут реально уже ловить нечего. Тогда я сейчас выйду на улицу и буду... О, не понял, жизнь на улицах. Ты кусок дерьма. Да реально он кусок дерьма. Надо с ним разобраться. Я не думаю, что сейчас прям карма у меня упадет. Или все сагрятся на меня. Он же реально заставлял детей этот воровать. По идее, если я его сейчас убью. Ну, как минимум, я получу какой-то опыт. И, по идее... Я смогу пошариться у него в карманах. Ты куда идешь? Ты что, за него вписываться? Да, ребята. Не думал, что... Это, походу, просто нарколыга. За него будет вписываться. Что он делает? Щекочет меня или что? А ну-ка. Ну вот и все, нарколыга. Стой. Да куда ты бежишь? Давайте я вот тут стану. Вот падла. И чё? Карму я не потерял? Нет.
молот. Ну, хотя нафиг он не надо. Стоять! На тебе. О, нормалек. О, 5 единиц кармы получил. Нормально, я же говорил. О, вот это... О, ребята, вы видите, что тут? Ёлки-палки. Ёлки-палки. И что мне брать? Что? Что мне... Блин. Надо куда-то сейчас мой хлам переложить. А что у меня хлам? Хлам, вот это мне не надо. Вот это не надо. Лопата тоже не надо. Эти патроны мне тоже не надо. И это не надо. Фляга, нафиг она мне надо, эта фляга. Блин. Барыга, слышишь? Нормально, он дети ему нанесли. О, совсем другое дело. Ну, как бы да, совсем другое дело, просто некому это сплавить. Это если бы с кем-то можно было торговать, то другой вопрос. А так не с кем торговать, некому это впарить. Ладно, вот это возьму. Лопату тоже. Так. И что теперь делать? Карму я получил. Убил еще одного ублюдка. Защитник. Ну, опыта все так же мало. Ну, броня это такая у меня есть. Легкое оружие. А дробовик, интересно, ты чё? Так, короче, ладно. Итак, способы обработки ошибок, которые никогда не должны происходить. Утверждение применяют для обработки ошибок, которые никогда не должны происходить. А что же делать с возможными ошибками, спросите вы. Ну, что с ними делать? Сейчас, наверное, поговорим. В зависимости от обстоятельств. Так, кто это стоит? Может, с ней еще поговорить? Нет. И доза это наркоманка. Так вот, в зависимости от обстоятельств вы можете вернуть какое-то нейтральное значение. Заменить следующим корректным блоком данных, вернуть тот же результат, что и в предыдущий раз, подставить ближайшее допустимое значение, записать предупреждающее сообщение в файл, вернуть код ошибки, вызвать метод или объект, обработчик ошибки или прекратить выполнение. Вы также можете использовать несколько способов одновременно. Ну и дальше мы рассмотрим эти приемы подробнее. Итак, вернуть нейтральное значение. Иногда наилучшей реакцией на неправильные данные будет продолжение выполнения и возврат заведомо безопасного значения. И возврат заведомо безопасного значения. Сейчас я что-то ему впарю. Ого. Что-то не, это что-то не то. Это почем? А, у меня вон самогоныч есть. Он по 10. Ну так, 1000 вряд ли я наколядую. Итак, по поводу вернуть нейтральное значение. Численные расчеты могут возвращать 0. Операция со строкой может возвращать пустую строку. А операция с указателем – пустой указатель.
Метод рисования в видеоигре, получивший неправильное исходное значение цвета, может по умолчанию использовать цвет фона или изображения. Однако в методе рисования рентгеновского снимка, снимка ракового больного вряд ли стоит применять нейтральное значение. В таких случаях лучше прекратить выполнение программы, чем показать пациенту неправильные результаты. Так, этот до сих пор не хочет говорить. А, подождите. Он не хочет говорить, может, потому что поздно. Я же к нему вроде ночью только прихожу. Во! Не. Ну и ладно. Так, дальше. Заменить следующим корректным блоком данных. Ну, это типа, что делать, при, если у нас, да, ошибки. Так, заменить блоком, да. Условия обработки потока данных иногда таковы, что следует просто вернуть следующие допустимые данные. Если при чтении информации из базы данных встречена испорченная запись, можно просто продолжить считывание, пока не будут найдены корректные данные. Если вы считываете показания термометра 100 раз в секунду, и один раз не получили достоверного измерения, можно просто продолжать. Подождать 1/100 секунды и обратиться к следующему показанию. Так, вернуть тот же результат, что и в предыдущий раз. Если программа считывания показаний термометра один раз не получила измерение, она может просто вернуть то же значение, что и в предыдущий раз. В зависимости от приложения, температура, скорее всего, не сильно изменится за 1/100 секунды. Если в видеоигре запросу на прорисовку части экрана передано неверное значение цвета, вы можете просто вернуть тот же цвет, что и раньше. Но, авторизируя транзакции в банкомате, вы, пожалуй, не захотите использовать то же значение, что и в предыдущий раз. Ведь это будет номер счета предыдущего клиента. Вряд ли я их побью, их четверо. Поэтому валим. И они еще и с пистолетами. Не понял. Блин, я не туда побежал. Извините. Да. Когда я последний раз сохранялся? Итак, дальше. Дальше, ну, в случае некорректных данных. Еще следующий вариант, какой может быть? Подставить ближайшее допустимое значение. В некоторых случаях вы можете вернуть ближайшее допустимое значение. Как выше, в примере функции velocity. Ну, это в этом, блин, в этой книжке был пример, это я этот пример не зачитывал. Так, часто это обоснованный подход, ну, обоснованный подход подставить ближайшее допустимое значение. Отмудило. Так термометр мог бы быть откалиброван от 0 до 100 градусов по Цельсию. Если вы получаете значение меньше 0, можно заменить его на 0, как ближайшее допустимое значение. Если же значение больше 100, блин, круто, я того хоть убил,
Ну, убил, да, ладно. Ладно. Так, что тут у нас? Так вот, ну, ближайшее допустимое значение поставить, да? Если же значение больше 100, можно подставить 100. Если в операции со строкой ее длина заявлена меньше 0, можно принять ее за 0. Мой автомобиль, ну, этого, Стива МакКоннелла, использует этот подход к обработке ошибок, когда он двигается задним ходом. Так как спидометр не показывает отрицательную скорость, то при езде задним ходом скорость просто равна нулю, то есть ближайшему допустимому значению. Так, а если я сейчас устрою замес? Если я сейчас возьму в руки пистолеты. Давайте возьмем Desert Eagle. А это что? А у него какой урон? Урон 10-16. О, тут 12-18. А что если я сейчас устрою эту стрельбу прямо здесь? 4 очка, 10, а тут 5. О, так я могу даже два раза выстрелить. Ой-ой-ой, их там много. Не, я точно не выживу. Ну, давайте попробуем, да? Я сохранился? Сохранился. Ну, делать нечего. Бэмс. Бэмс. Да, сейчас, да, уже все. Ну, их уже больше, около 10 точно. Ого! Как загрузиться? F8. Может быть, в комнате я сейчас закрыться. Так, ладно, следующий способ, да? Ну, что делать, если у нас данные не совсем верны? Что если я отсюда пальну? Вот так вот. Так, следующий способ, да? Записать предупреждающее сообщение в файл. Обнаружив неверные данные, вы можете решить записать предупреждение в файл журнала и продолжить работу. Этот подход можно сочетать с другими способами, такими как подстановка ближайшего допустимого значения или замена следующим корректным блоком данных. Используя такой журнальный файл, задумайтесь, можно ли его безопасно сделать общедоступным, или же его надо зашифровать, либо защищать как-нибудь иначе. Короче, я решил не выделываться, все-таки пойду-ка я в это Ньюрино. Ну, потому что нету вариантов, реально. Реально нету никаких вариантов. Здесь это будет очень долго. А такое махание, тем более навык не прокачан. И так уж и быть, пойду в Ньюрино. Не хотелось. А что не хотелось? Потому что я помню, было, ну, короче, если ты туда приезжаешь на машине, и еще ты там ни разу не был, то да потом эту машину угоняют. Вот. Ну, а если ты там уже побывал пешочком, а потом приехал на машине, то тогда машину не угоняют. Вот такая вот загогулина. Так, ладно, в следующий раз мы продолжим
продолжим, чем мы продолжим, говорить о способах обработки ошибок, потому что тут еще их достаточно много. А достаточно много это такие, как вернуть код ошибки, вызвать процедуру или объект, обработчик ошибок, показать сообщение об ошибке, обработать ошибку в месте возникновения наиболее подходящим способом, прекратить выполнение, ну и так далее и тому подобное. И дальше пойдем устойчивость против корректности, тут такая тема есть, исключение, изоляция повреждений, вызванных ошибками. Это все будет в следующий раз. А сейчас я просто убью вот этих кросса-мудаков. Дойду до Ньюрина, ну и там сохранюсь. Поэтому вы уже можете все, либо можете досмотреть вот эти мои похождения. Да что ж он не умирает? Смотрите, крепкий какой. Ого, кстати, у меня 15 жизней. Наверное, я пистолетом постреляю в него. Потому что это реально какая-то фигня. На тебе, гнида. Помер. Давай. Бэмс, промазал. Попал, тяжело ранен. На тебе. А, так нормально, что, с пестика можно валить. С пестика, с пистолетом. Да, крепкий малый. А чё ты убегаешь? Так, сколько опыта? 280. Ну, немало. Итого почти 1300 до нового уровня. Опа, а чё это за лаборатория? Бар какой-то? Нормально обосновались. Вот так вот посреди поля. Ну, я имею в виду на открытом участке. Может же дождь пойти, а он по-любому какой-то радиоактивный там. Может быть. Где-то Ньюрина. Что-то я смотрю далеко. Походу. Опа. На тебе. Есть. Сдох. Да чё, нормально я с пистолета валю. Блин, отравление. А, у меня есть противоядие. Смотрите. Не убил. Ну ладно, сейчас убью. Вон. Нормально. Да, вообще красава. А где тут противоядие? Так, и вон 440 очков опыта. Вон, смотрите. Меньше 1000. В принципе, можно пошариться по пустоши. И, наверное, взять следующий уровень. А если взять следующий уровень, то... Что это, капуста? То пойти взломать, точнее, починить генератор. Или не надо идти чинить генератор. Чтобы его починить, надо прокачать этот... Навык ремонта. Либо можно прокачать навык легкое оружие. Либо вот зайти вот сюда и в Ньюрина не идти. Я, наверное, так и сделаю. Да, я так и сделаю. А если тут можно с кем-то поторговать, то я с этим кем-то поторгую. А если я с ним поторгую, то у меня будет бабло. А если у меня будет бабло, я смогу выкупить Вика, а потом их убить. Точно. Это что, мэр? Тогда давайте-ка я пока еще не буду сохраняться. До утра сохранимся вот так вот.
Ух ты, подвальчик какой-то. В следующий раз я расскажу, что это за локация. А сейчас я просто, моя цель, найти какого-то торговца. Если я его найду, я ему впарю свой товар. Ого, да тут все серьезно, тут уже по-богатому. Бартер. Ух ты, что это такое? Банкнота шахты. Офигеть. Так, это я продам 250. Ну, почти. Итак, сколько у меня теперь монеток? 700. Ну, в принципе, можно. Смотрите, я, наверное, так и сделаю. Я, наверное, сейчас впарю. Похожу вещи свои и вернусь обратно. Выкуплю Вика. Вот. Выкуплю того Вика. А, вот, надо это разрядить, да, вот так. Выкуплю Вика. Получу опыт, получу уровень. Да и нормально. В принципе, я думаю, машину смогу расколядовать. Ладно. Погнали сюда. А что это хоть за местность? Реддинг, хорошо, круто. Тогда в следующий раз. Ну, я сейчас тут чуть-чуть доиграю, конечно же, потому что, ну, хотелось бы уже иметь на руках баблишко. Разговоры. Потом будем разговаривать. Сейчас мне самое главное. 123. И чё? И чё, ну 80? Блин, 225. Недешевые патроны. Могу сказать, а этот сколько? Ого, этот 800. Не-не-не-не-не. А вот это? 700, да вы чё? Блин, было бы кому продавать. 25, 60, 160. Тогда вот это уберем. 125. Ну, пойдет. Есть. Еще крышек 200 бы. А по-хорошему встретить бы нормального барыгу, с которым можно было, у которого было бы немало баблишка, которому можно было бы это все продать. Так, 25. Нет, ты не подходишь. А, что у нас? Во, еще что-то. Еще вот что-то. А, еще вот тут что-то есть. Сейчас я быстренько хочу все-таки продать, что такое. Да ничего такого. Написал бы на дверях. Ни с кем не говорю, ни с кем не торгую. Время только трачу. О, а, это шериф. Знал я одного шерифа в прошлой игре. Помер он. Хороший был парень. Но помер. Так, ладно. Шахты. Тут, походу, шахты. Шахтер, потому что у этой, ну, были эти всякие там бумажки. Вход в шахту. Ага. Нет, тут, походу. Хотя вон, можно пробежать вон туда. А тут чё? Опача, где это я? И между ними получается, что одна часть города и вторая, и между ними в эти, короче, там всякие животные. Могли бы уже собраться и расчистить, что ли? Ну, походу, это просто квест будет, они мне скажут: слушай, слышь, братюнь, помоги. Ладно, походу я здесь не напарю сейчас.
Никто не хочет торговать. Торговать они не хотят, потому что они особо, видимо, ну, еще меня не знают, особо не доверяют. Поэтому и торговать не особо хотят. Когда я типа кармы заработаю, то, возможно, тогда они и поторгуют со мной. Поэтому у меня 885 крышек. Сейчас еще в пару дверей забегу. Да, тут работы будет еще немало. Это с каждым надо о чем-то перетереть. Взять квест. Выполнить его. Поубивать потом всех. Окей, вот последний домик. Сейчас туда зайду. И если ничего не получится, то буду сохраняться. Ну, может быть, будет время, то я ух ты, что это? Карманный мусор? Если будет время, то может быть я так отдельно зайду сюда и попродаю хлам весь. Не, ну это дорого стоит, это 225. А сколько? Я вот это сейчас весь хлам вот этот ненужный выкину. Пиво, самогон. Вон, 70 уже. Вон, 79. Что бы еще ему впарить? Да хрен его, вроде как бы, блин, не знаю. Наверное, сырные орешки кому-то пригодились бы. Итого 979 у меня. Ладно, все. На этом все, ребятки. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки и все такое. Всем пока!